Здрасте, всем друзья, приветуленьки, и добро пожаловать в American Truck Simulator. И новое дополнение вышло, DLC, новый штат, штат Монтана. Давайте на него вообще посмотрим, потому что я на самом деле даже еще карту не смотрел. А довольно-таки большой штат, кстати. Город Миссула у меня уже посещен, странно, ну да ладно. И город Биллингс посещен почему-то. А, возможно, это с другой карты, но да ладно. Что мы, в общем-то, здесь видим, если мы посмотрим внимательно? В основном скоростные вот эти магистрали, а на севере у нас везде узенькие дорожки, однополосные. В смысле, в каждом направлении однополосные. В общем-то, надеюсь, это будет симпатичный штат. Так вот, друзья, прохождение DLC Монтана. У некоторых, может быть, возникнет вопрос, причем вполне логичный вопрос, как можно это пройти. А я вам сейчас расскажу. Значит, во-первых, есть ивент Cruising Montana. Это ивент World of Trucks. С каждым DLC такие ивенты проводятся, там дают какую-нибудь мягкую игрушку, какую-нибудь висюльку, какую-нибудь раскраску. Я, в общем-то, их все всегда прохожу. Для того, чтобы выполнить этот ивент, нужно из каждого из городов, вот этих вот 12 новых, или в каждый город, перевести какой-нибудь груз из внешних заказов. Это в первую очередь надо будет выполнить. Также, друзья, как вы все знаете, или не все, но я большой задрот по ачивкам. Если мы посмотрим мои достижения Steam, то у меня получено 75 из 80. На самом деле у меня было получено 100% достижений, но вышло новое DLC и появилось новых 5 достижений. И их еще не перевели на русский язык. Ну, во-первых, посетить все города штата. Это 15 городов получается. Нужно просто в них заехать. Это выполнится, наверное, само собой. А еще при вот этом вот ивенте круизинг. Big Sky Country. Посмотреть все катсцены на всех точках. Их тут 10 штук. Мы, скорее всего, поедем просто за один стрим. Все вот это дело посмотрим. Ноль мусора, если дословно перевозить. Нужно сделать, в общем, 10 доставок. Какие-то дампстер-бинсы и waste-paper. Мусорная бумага. Короче, специальные вот эти waste transfer stations в Монтане. И как минимум одну, я не силен вообще в английском. Короче, еще одну вот такую хреновину в или откуда-нибудь из Монтаны. В общем-то, 11 доставочек вот еще добавилось. Также Power On, включаем электричество. Нужно, короче, привезти вот эти вот circuit breakers. Какие-то, не знаю, что это такое. И Unity Poles на электрические вот эти вот станции. Каждый из городов, будто Глазго и Харвард, то есть 6 доставок еще. И есть еще ачивка Майер Майнер. Скорее всего, их потом переведут на русский, будем точно знать, что надо делать. То есть 3 идеальных доставки, то есть без повреждений, без штрафов и вовремя. Любого какого-то машинного оборудования в Bull Mountain Coal Mine. Видимо, там какая-то шахта в горах. Также какой-то силан, я не знаю, что это такое. Видимо, может, газ какой-нибудь с завода этого самого Силана. И Talc Powder из этой самой Talc Factory. Я не знаю, что... На самом деле, кстати, знаете что? Можно посмотреть руководство. Я думаю, что уже его написали. Вот, достижение DLC Монтана. Уже есть? Уже написали? Да, уже написали. Вот, посетить все города штата. Посмотреть все катсцены. Правда, еще не написали, где они. Вот, сложности 10 доставок мусорных баков и бумажных отходов на станции перевалки отходов Монтаны. Или, по крайней мере, один груз мусоровоза в любую точку Монтаны или из нее. Зажгите. Ну, в общем-то, я все это говорил. Автоматические выключатели, груз столбов. Я, извините, я не знаю все эти умные слова. Так вот, мы тут насчитали дохренище доставок. И, в общем-то, все эти доставочки надо будет обязательно сделать. И все это дело будет у нас на стримах. Обо всех этих доставках мы поговорим подробнее. Есть, в общем-то, я создал плейлист с этим роликом и остальными стримами. Вот тут сейчас подсказочка такая вот вылезет. Как к этому плейлисту перейти. Стримы будут на втором канале, поэтому будем кататься, ездить, слушать какую-нибудь хорошую музычку и болтать. Да, самое интересное. Мне интересно, сколько на это все дело у нас уйдет расстояние, чтобы все это, сколько мы накатаем за весь этот ивент. Поэтому мы, друзья, купим новый грузовичок. И хочу я еще одну каскадию себе взять. Это будет другая уже. У меня одна есть, вот эта. Но я хочу другую. Мы ее сейчас заколхозим как-нибудь специально под этот ивент. Как раз вот новая будет у нас, свежая. Там у меня старая, будет новая, супер крутая. Ставим 6x4 шасси. Поставим какой-нибудь двигатель, например, на 560 кобыл. Не самый мощный, но пойдет.
поставим 7-ступенчатую коробочку с ретардером, а салончик поставим 2022 года с кучей вот этих вот бортовых компьютеров тоже, чтобы красивенько все было. Тут не сильно, я смотрю, отличия какие-то есть, да? Давайте вот такой пускай будет. А покрасим мы вот это вот все дело в какой-нибудь цвет. В ETS-ке мне, знаете ли, раскраски как-то больше нравятся. Давайте вот в такой вот цвет мы это все дело покрасим. Только это у нас будет черным, вот этот цвет у нас будет оранжевым, вот этот цвет у нас будет оранжевым, и вот это будет черным. По-моему, смотрится он прям отлично. Пойдет, мне нравится. А внешний вид, немного колхоза. Короче, примерно вот такой... А, вот еще штука, что-то можно... Короче, примерно вот такой вот у нас получился грузовичок. Пойдет. Все равно туда смотреть не будем, пофиг. И, в общем-то, на нем будем кататься. Покупаем его, довольно симпатичный. Во, и отличненько. Да, сейчас не самое такое удачное время. Ночь на дворе. Фиг, что видно. Ну, короче, вот такой вот у нас грузовичок. Вполне себе тут красивенький салончик. Довольно-таки крутой бортовой компьютер с кучей настроек. Пробег 0 миль, вообще все прекрасно. Зеркала камеры стоят, что тоже круто. Ну и, в общем-то, на этом самом чуде будем мы кататься и... зарабатывать все достижения, которые здесь доступны. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на этот канал, на второй канал, вступайте в сервер Discord, там вообще все анонсы будут. Ну или в плейлистике, я уже там давал ссылочку сверху, и в описании он тоже есть, если кого вдруг что интересует. Ну и всем, друзья, огромное спасибо за внимание, всем покаки!